И всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами я, Бенни, и мы с тобой продолжаем играть в Team Fortress 2. Это, короче, ну, что я объясняю, что такое Team Fortress 2? Это, короче, Slender Fortress 2, но я вот нашел какой-то сервер, он более-менее, знаешь, такой новенький, точнее, более продвинутый в плане Slender Fortress. Тут новые карты, и в данный момент это карта Silent Hill. И тут, знаешь, у каждой карты есть свои боссы. И вот пока еще сервер не начался, там такая хрень выпрыгивала, я же, блин, реально... заставало прям дернуться, не знаю. Не знаю, как будет с тобой, но вот... Меня можно тоже хлопнуть, Кратос? Ой-ой-ой-ой. Надо, знаешь, вот так сделать, потому что... Не потому что не хочется слушать, а потому что это будет отвлекать. Так. В принципе, меня шлепают постоянно. Хватит меня шлепать. Отшлепали уже, пацаны, не хочу. Так, у нас тут нужно найти эти, как вот, пентаграммы, то ли, либо не помню что. Короче, что-то надо найти. Это карта Silent Hill. Я вот в Silent Hill никогда не играл и не смотрел кино. Поэтому я не знаю, что за граф. Граф это график или что-нибудь такое. Хотя график это по-другому будет. Короче, тут против нас будут ходить какие-то монстры непонятные. Но они тут имеется элемент стелса. То есть, прикинь, можно реально прокрасться мимо босса. Я уже как бы, пока народ собирался, я прокрадывался мимо босса. И как бы понимаешь, это уже плюс дается Slender Fortress, то что он развивается. Ну, по крайней мере, не все Slender Fortress развиваются. А мы ходим по кругу. А чё вы все за мной ходите, ребят? Я-то сам не знаю карты, а вы начинаете еще что-то мне за мной ходить. А вдруг я сейчас заведу в самую смерть? Чё? Это кто такой еще? Ну-ка. Так. Так, с нами идет Кратос. Это какой-то Silent Hill-овский парень. Да. Это, короче, я не смотрел Silent Hill, но, наверное, там есть такой чел, похожий на пирамида голового. Второй раунд, но это как бы уже не второй раунд, это какой-то та-там раунд, но все равно. Мы снова продолжаем. Я, в принципе, разобрался, что тут это как делать, но я до сих пор не знаю, что нам нужно искать. Будем искать то, что больше всего отличается от окружающего интерьера. Основная ошибка прошлого раунда у нас была в том, то, что все ходили за мной. Но надеюсь, что в этом раунде за мной никто ходить не будет. Да, мы все заслуживаем медали. Так, нам нужно залезть куда-нибудь в место, где могли бы мы... А, им с детства залезть? Почему? Неизвестно. Короче, в прошлый раз мы дрались, знаешь, с каким-то... Оп! Да, это была пентаграмма. Пентаграмма, да. Или что-то типа того, маленькая какая-то хрень. Надо найти 9 таких штучек по всей карте. Пирамида головы. Короче, наконец-то началась у нас с тобой карта. Прям вообще ужас, прикинь, пока вот, пока начиналась карта, точнее, пока я ждал, когда начнется вот уже игра, прикинь, меня выкинуло просто так. Прикинь, зашел какой-то админ зажравшийся и выкинуло меня, как с резервного слота. Вы что, охренели, что ли, я думаю? Прикинь, козлы, вот эгоисты, вот как так можно делать? Резервные слоты, выгонять еще и людей с сервера, это же, что это такое? Это вообще непостижимо. Как бы админы, это те же самые люди, просто у них есть власть. Власть в данный момент на сервере. Да вы издеваетесь? Я только начал игру. Дайте мне выжить. А, записка. Я видел записку. А, все чешется. Черт, беги. Беги. Что? Нет, только не говори в микрофон, это еще хуже будет. Нет, вторая записка. Я только что мог собрать две записки. Нет. Да ну! Это прикинь, я столько ждал, чтобы пришла какая-то хрень и убила меня практически в самом начале раунда. Это что такое? Да еще и админы тут какие-то нехорошие. Это что за дела такие? Мы снова с тобой пытаемся пройти паркур. Мы это сделаем. Потому что паркур в конце всего... Точнее, в конце концов, паркур в себе скрывает очень красивые комнаты. Что за музыка? Блин, только не надо говорить, что это музыки с авторскими правами. Нет. Я пройду. Это означает, что они нашли все записки, вот эта музыка. Эта музыка означает, что они нашли все записки. Но уж нет, я пройду эту карту быстрее, чем вы пройдете карту. Я это сделаю быстрее.
Нет, вы не посмеете, я сделаю это. Я должен. Ну а вы издеваетесь. Ничего, ничего. Все мои знания в паркуре сейчас появятся. Тута. Да, я должен это сделать. Да. 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 Давай. Танцуем? Мы прошли. Я ж тебе говорил. Мы пройдем ее быстрее, чем они пройдут карту за другую сторону. Мы, по крайней мере, прошли карту за красную команду. Ой, за синюю. А знаешь, у меня не нравится. SL Next. Это что получается? Раз. Каким я буду? Что за бред? Это прикинь, сколько ждать мне этого босса. Ну, для вас это будет секундное мгновение, а я буду ждать целую вечность. Пытаемся снова пройти этот бред. Потому что, знаешь, это довольно сложно, я тебе скажу. Потому что мы уже нашли одну записку. That engineer is a spy. Да, я тоже инженер. Смотри, какой у меня бесскиновый гаечный ключ. Так, смотри, сейчас нам нужно с тобой найти записку. Записка это самое важное. Как мы знаем с тобой из Лендер Фортресса, то что записки это главное. Без записок ты гей. И как бы, понимаешь, это плохо. О, записка! Видал, я нашел целую записку. Уже 5-6 из 8 записок. Это прикинь, сейчас как мы затащить-то будем. Incoming. Ей. Так, ну-ка. Что-нибудь есть? Ничего-нибудь нету. Идем в подвал, действительно. Пойдем за инженером. Да, incoming. Так, ну-ка. Может, тут записулька будет? Нет, записульки у нас тут. А может, дальше будет по коридору? Тебе пие я ее. В принципе, одно и то же. Ну-ка. Тут тоже ничего нету. Ну ничего, сейчас найдем. Я чувствую, в этом раунде мы победим. Я чувствую. Ага! Записка! Вот, прикинь, я как бы. Find to escape! Куда? Куда идти? Музыка играет! А куда идти, Жуков? Ты знаешь, куда идти? Жуков, ты знаешь, куда идти? Ну давай, види. Ага, Пепси Мэн, Чилд Бир, Бенджамин. Бенджамин, они выжили. Осталось только найти выход. Я чувствую, мы его найдем. Я пахнет прям выходом. Мы его найдем. Ты точно знаешь, что сюда надо идти, чувак? Ладно, я надеюсь, ты идешь нас правильной дорогой. Я же говорил, это победа. Как бы это странно ни звучало, на этой карте есть тоже паркур, и мы его осилим. И я тебе гарантирую, что мы это сделаем с первого раза. Да. А! Это же аллигатор! Я думал, на него прыгать надо. Хоп! Все. Хоп! Подожди! Эй! А куда надо было прыгать? What the fuck? Наконец-то! Я дождался этого. Я зашел на этот снова на этот плохой сервер, где меня выкидывают в качестве резервного слота. Я зашел, значит, еще раз, и вот смотри. У нас карта кровавые ветки. Да вы издеваетесь, дайте мне хотя бы что-нибудь увидеть. О-хо-хо-хо. А что это? А, мы никогда не моргаем, типа, да? Да прибор ночного видения. Что это за херня, не прибор ночного видения? А чё хоть нам найти надо? Давайте пойдемте к основной толпе, чтобы нас не убили. А, вон там бежит кто-то. К нему подбежим. Ну-ка, что тут у тебя? А что искать-то нам надо? Dead not big surprise. Раса супов? You are dead. Небольшая раса супа. О, нужно найти... А, я понял, это канистры. Full cans, это переводится канистры. Вроде как. Да чё, я даже босса не видел самого.
Ну-ка, суповая раса, ну-ка иди сюда. Это, видать, какая-то легкая карта, раз тут все так быстро выигрывают. Кто ходит? I'm giant, ты не гигант, ты по сравнению с тем, кто сейчас топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ делает, вот этот гигант, а ты... Кто топает? А, вон наши. Я к ним пойду. Ну-ка, бежи! Бегу, бегу, бегу! Но нет, то почему музыка играет-то какая-то нехорошая? Ага, он убежал. Так, побежим за этим парнем. Этот парень явно знает, куда нам нужно бежать. Давайте пойдем за ним. Все, бежим на фасте. Фасте. По фасту. Тут такая музыка. Давай, идем, идем. Да, мы сможем. Да, я смогу, по крайней мере. О нет, музыка мне не нравится. Нет, музыка не должна, ее не должно быть слышно. Нет, это же авторское право. Первый раз сыграл и сразу же победил. Видишь прогресс? Это прогресс, друг мой, это прогресс. Понимаешь, мы в первый раз сыграли против этого босса, и мы сразу же победили. Хоп-па! Хоп! Чё? Утро на Рождество? Это к чему? Хоп! Опа, долетели. Вот, это то самое злосчастное дерево. Хоп! Да, сюда надо было, просто каким-то образом не смог попасть. Хоп! Да, да, мы пройдем эту карту. Я чувствую это в своих жилах. Да, мы пройдем. Да, да, да. А теперь вот так вот. Ха, да, ха, да, да. Мы должны это сделать быстрее, чем закончится карта. Я должен это сделать. Давай, давай, давай. Мы сделаем это. Если мы не смогли это сделать за Хэви, то мы сделаем это за инженера. Смотри, как нам легко. Хоп. 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 Так. Хоп. 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 Нифига себе, смотри, что творю. Хоп. Так, теперь куда? Хоп. Ага. Хоп! 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 Мы должны сделать это! Мы сделаем это! Я верю! Я верю в наш успех! Хоп! 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 Мы победили в двух частях этой карты. И за красную команду, и за синюю. Видал? Вот так надо. В принципе, думаю, на этом можно закончить серию. Если тебе понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу в Steam, вступайте в группу ВКонтакте, вступайте в группу в Steam, чтобы не пропускать следующие, как бы, сгонялочки, то есть, так сказать, когда будем заходить, то есть... Находим пустой сервер и уничтожаем его, короче. Ну, вот так вот, короче. В принципе, всем удачи, всем пока, друзья.